Хоба, привет, с вами доктор Влад, у нас 2 градуса тепла. Ребята, я в прошлом ролике удалил свой голос там в одном месте, вот перед картинкой, где мамаши в форме с детьми. Ну, в общем, там такие слова были нехорошие, про напалм. Вот, и поэтому я, так сказать, понял, что, пожалуй, что мне не стоит так рисковать. Без того на меня сейчас тут охота, у нас 98 тысяч подписчиков осталось до 100 совсем немного. У меня сейчас все ролики изначально вот ролик выходит, да, буквально он 3 минуты висит с рекламой, да, а потом удаляют рекламу, и мне приходится просить, чтобы меня восстановили, где-то восстанавливают, где-то нет. Вот, так что я просто не стал рисковать. Так, новости какие. Министерство культуры России не выдает прокатное удостоверение фильму «Прощание со Сталиным». А это что это такое? Документальный фильм, между прочим. Да, лента режиссера Сергея Лазницы. Почему? Непонятно. Идеологических претензий не может быть, потому что это событие похорон Сталина глазами советских кинооператоров. В нем нет ни одного постановочного кадра. Почему убрали, неизвестно. Так, дальше. Лодка с мигрантами перевернулась у берегов греческого острова Лесбос. В результате погиб ребенок, 47 человек удалось спасти. По данным полиции, с утра воскресенья до греческих островов добрались не меньше 1000 человек. МВД Турции сообщило, что более 76 тысяч беженцев пересекли границу с ЕС после того, как Турция открыла границу. Да, дела. Вообще ужасные дела, ребята. Я вот дальше там, особенно Твиттер, я понимаю, почему Твиттер вот целую неделю или больше даже был, вот эта лента, убрали ее. Потому что там ужасные дела. Ну, я так помягче. Как я обычно, помягче немножко. Что я тут двигаю? А, это мне прислали в Российской Федерации, школьникам начали рассказывать о пользе войны с Турцией. Боже мой! Боже мой, члены духовно-патриотических движений ходят по учебным заведениям с оружием и рассказывают, как Россия побеждала и будет побеждать Турцию в кровавой войне. Об этом сообщает портал новостей города Екатеринбург. Ой-ой, вот это да, польза войны с Турцией. Блогер Екатерина Диденко отказалась от традиционных похорон мужа, она его в крематории, якобы это он так хотел. А его матери это не нравится. Ну, в общем, так. Дальше будет еще. Диденко. Ну, это вот те, которые, значит, вот эта дамочка, она, помните, насыпала в бассейн сухого льда, и там 3 человека умерло, и в том числе ее муж тоже. Будет еще про нее. Песков ответил на сообщение, что Путин возглавит список «Единой России» на выборах. Он интересно ответил. Он назвал информацию преждевременной. Ну, значит, она вовремя придет, значит, точно Путин возглавит Единую Россию, боже мой. Российские миллиардеры с начала года потеряли почти 30 миллиардов долларов. Ну, ребят, я читаю между строчек, значит, будет опять повышен пенсионный возраст и уменьшена пенсия. Надо же как-то воровать-то, да? Надо. В России зарегистрировали всплеск афер с недвижимостью. С недвижимостью, ой, увеличилось из 94 случаев в 2017 до 186 в 2019. В два раза хищение в 30 регионах России. Боже мой. Боже ж мой. Так, россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Это каждый божий день. Я уже даже не читаю. Ну, опять новый. Новые злоумышленники звонят, бла-бла-бла. Так, в общем, я вообще трубку не беру. И вам советую. У нас тоже здесь вот звонят по телефону. Ну, так вот не в наглую, но, в общем-то, тоже могут тебе что-то предложить. Доктор Мясников, это гуру. Гуру современный. Доктор Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки. Посмотрим, что он тут. Так, известный телеведущий и медик. Медик, не называют его врачом, медик. Александр Мясников. Ну, с такой фамилией вы врачи, конечно, потомственный врач. Часть лекарств из домашней аптечки можно смело выкинуть. Ну-ка, что он тут? Витамины в таблетках. Необходимо сбалансировать питание, чаще бывать на свежем воздухе. А вот шиш вам. Вот оно,
самое то, что надо, ребят. Я не рекламирую, я их пью. Так, или кушаю, как правильно сказать. Мочегонные средства, они приводят к ухудшению ситуации с отеками. Мочегонные приводят к ухудшению ситуации с отеками. Я сейчас уморю. Мочегонные как раз от отеков и есть. Антибиотики. Их нельзя принимать без назначения. Ну, в общем, у меня и то, и другое есть. Причем антибиотики здесь просто так не купишь. Вот. И кто едет, если в Россию, там, ну, из знакомых, да, я всегда прошу купить что-нибудь. Потому что лучше нет средства. Ну, мне, во всяком случае, вы можете меня не слушать. В аптеке должны быть антисептики, перевязочные, простые обезболивающие. Ну да, героин, кокаин. Остальные лекарства покупать и употреблять. Красивое слово вот это употреблять, да? Только по назначению врача. Да, второе слово мне хочется. Вторую половину слова вот этого мне хочется повторить несколько раз. На этого доктора Мясникова. У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме. Ну, то есть он везде ходит, гуляет, да? Нет? Что тут? Ой, ой, мрак. Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать. Я вообще-то уже говорил, да? Ну, он все время, вот тут постоянно, везде, везде. Ой, ну-ка, что тут еще Путин? Путин рассказывал, как Трамп жаловался ему на большие военные расходы. Ой, вот и встретились два одиночества, разожгли у дороги костер. В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана в Москве. Меня смех разбирает. Здесь мы придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами, сказал он. Он это кто? Да Песков, кто же еще-то? Ладно, тут ролик гуляет, как, ну, в общем, он такой, самодельный ролик, как Эрдоган лупит Путина. Ну, ладно, найдете, если хотите. Я не буду ставить, слушайте, я не хочу рисковать, честное слово. У меня семья, у меня дети. Россияне могут вернуть пиво на стадионах. Эти законы изменят жизнь миллионов людей. Чем Госдума займется в марте? 100 законопроектов. Это по 3 законопроекта в день, да? По 3,5. Ой-ой. Врачи установили 6 шурупов. Позвоночник фигуристки Сотниковой. 6 титановых шурупов. И еще какая-то железная блямба. 2 импланта. А знаете все для чего? Значит, ввинтили в позвоночник для того, чтобы она смогла еще раз вернуться на лед и порадовать зрителей. А во льду надо сделать прорубь. И она так прощальным, так опа, и в эту прорубь. Не знаю, мне что-то, я какой-то жестокий стал вот от всех этих вот чтений. Коронавирус очистил Китай. Фото из космоса. Ну да, вот спутниковое изображение, полученные НАСА, показали, что вспышка коронавируса в Китае привела к значительному снижению уровня загрязнения воздуха диоксидом азота. Да, вообще ничего не осталось. Ну, вообще, это, знаете как, это нужно тоже в России какую-нибудь холеру вести. Да, ой, страшная вещь, я говорю, не слушайте меня. Калининградский губернатор покинул Инстаграм на время Великого Поста. Ой, их специально подбирают, вот как идиотов, да, вот кто? Ты идиот, да, пойдешь губернатором. Так, неинтересная научная фантастика. Это я на Твиттер уже перебрался. Неинтересная научная фантастика. Главный герой попадает в прошлое, но не замечает этого, потому что он живет в Сыктывкаре. Комментарий. Во второй книге он попадает уже в будущее, но все равно этого не замечает. Семья погибла из-за хранившегося картофеля в подвале. Ну, правда, это старое, но тем не менее, да. Глава семейства отправился в подвал за картошкой, но не вернулся. Потом ушла жена, тоже пропала. Старший сын пошел следом за родителями, а их 8-летняя дочь потеряла сознание в квартире, что и спасло ее жизнь. Как выяснилось позже, гибелью практически целой семьи послужило то, что ученые не раз говорили о том, что нельзя хранить картошку в подвалах. Ну, конечно, на крыше надо хранить картошку. Так как если она сгниет, то выделит смертельный ядовитый запах. Именно смертельное выделение из-за гнилой картошки стало причиной смерти 3 человек. Ужас. Ужас. Возраст сексуального несогласия 40 лет. Тут предлагают организовать марш сексуально несогласных. Так.
О, ребят, ну вообще, вот, ну невозможно читать. 28-летняя женщина потеряла сознание и упала. 23-я городская клиническая больница находилась в двух шагах, но там не приняли, только со скорой. Скорую пришлось ждать 30-40 минут, спасти беременную ребенка не удалось. Ну вот как вот это вот, а? Это где? Екатеринбург, 28 лет девчонке. Комментарии, смотрите, в последнее время врачи работают на грани профессионального выгорания. Так, словно им все равно, что будет с их пациентами. Ощущение такое, что худо-бедной квалификацией обладают лишь те врачи, которые успели выучиться еще в глухие советские времена. Это результат путинской оптимизации. Да-да-да-да-да-да-да. Полиция оштрафовала жительницу Ашхабада. Он как-то не так называется. Ашгабад, что ли? Ну, вы поняли, о чем разговор. Оштрафовала жительницу Ашхабада, которая вышла на улице в маске, чтобы уберечься от коронавируса. Штраф составил 249 манатов за недоверие к властям Туркменистана, запретившим коронавирус в стране. Ую, ую. Геннадий Гудков, Твиттер. Игорь Шувалов, миллиардер, чьи собачки корги летают в Париж на частном джете на выставку, призывает русских людей потреблять меньше продуктов и электричества. А может, лучше уж всем в рай, Игорь Иванович? Ой, ё. Не знаю, ребят, правда, нет ли? Я читаю. Вы уж сами думайте. Знакомая девочка, работающая в подмосковном научном институте за зарплату 13 500 рублей в месяц, рассказала, что Путин издал указ о повышении средних зарплат ученых. Поэтому теперь ей назначили зарплату в 135 тысяч рублей и перевели на 0,1 на 1/10 ставку. Слава науке. 1/10 ставки она получает. Ну и получается 13 500. А зарплата 135 тысяч. Не знаю, правда, нет. Черт его знает. Новости о моем городе, которые вы заслужили. Наблюдение. Екатеринбуржцы стали чаще вытаптывать пенисы на замерзшем городском пруду. В 2016 году они вытоптали всего 7 фаллосов, в 2020 целых 17, то есть в 2,5 раза больше. Это Екатеринбург. Вытаптывают, ну, в снегу. О, еще тоже не легче. Короче, ну тут я не знаю вообще, как прочитать, стоит ли, нет ли. Ух, изобрели куклу Грета Тунберг. Вот, ну не изобрели, а ну продают, короче, да. Вот, и ну сами понимаете, что за кукла, да. И вот она, значит, кричит, как ты смеешь. Понятно, да, что за кукла? Продают уже 3400 долларов. Картинка. В благополучных странах жизнь у людей к 30 только начинается. Они в теплицах росли, а мы в хаосе нулевых. И у нас к 30 ты уже ветеран, повидал дерьма всякого. Тут у каждого половина знакомых детства мертвы или сидят на зоне, или разрушены судьбы. Тут год за два в душе всем уже по 50. Не знаю, у меня в 60 началась жизнь. Не в 60, во сколько я приехал? В 50, да. 49 лет я приехал сюда, у меня жизнь только-только началась. Профессор Преображенский, Твиттер. Все, коронавирусу конец, расходимся. Значит, а на основании чего? РИА Новости, да, сообщение. Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса. В московских школах отменили массовые мероприятия. Всем школьникам ежедневно будут измерять температуру. А где же они столько градусников найдут? Дети с повышенной температурой будут изолированы. Это все для обычной профилактики ОРВИ, говорит правительство Москвы. ОРВИ, ну конечно. С одной стороны, я понимаю стремление властей не подогревать панику из-за коронавируса. А с другой стороны, наша власть опять делает все максимально глупо и неуклюже. Да так оно и есть. В некоторых станциях московского метрополитена с большим пассажиром потоком установили посты с переносными тепловизорами на треноге для определения повышенной температуры пассажиров в метро. Да ну и никто смотреть-то не будет, так просто для галочки поставили.
Объявление. Прилетел из Китая, кашляю. Схожу к вашим конкурентам или врагам. Дорого. Это объявление такое. Вот тоже сейчас в вестях анонсировали. Сегодня у Малахова блогер Диденко, чей муж умер в бане, в бассейне с сухим льдом. Долбануться. Он еще в морге, не похоронен. А она уже у Малахова. И это скотство анонсируют в вестях на главном канале России. Люди, вы реально охренели? Ну, тут матом все. Ну, я так уж. Я уж так уж перевожу. А, картинка, да. Ну, я не буду картинку, просто вот послушайте, да, слева Хулуси Акар, министр обороны Турции, окончил турецкую военную академию и пехотное училище, начинал командиром роты, был командующим сухопутными войсками Турции, воевал на Кипре. Справа, ну а справа, сами понимаете, кто русский министр обороны, который вообще в армии никогда не служил. Вот разница, да? И последнее с картинками. Российская Федерация в Сирии пока выглядит примерно так. И две картинки, посмотрите. Мне понравилось. Всего хорошего, ребята. До завтра. С вами доктор Влад. Не будет сегодня песен, устал я петь. Но я вроде как-то вот мне хотелось попеть, я попел. Ну и ладно. Пока. С вами доктор Влад.